Прожив всего 39 лет, Вагиф Мустафа Заде внес огромный вклад в мировую и азербайджанскую культуру. Он соединил джазовые мотивы с богатыми музыкальными традициями своего народа. Его игрой на пианино восхищались король блюза Биби Кинг и джазовый журналист Уиллис Коновер. Отец Вагифа, военный медик Азиз Мустафа Заде, умер рано. Воспитанием мальчика занималась мать Зиверханум Алиева, ученица основателя классической музыкальной школы Азербайджана Узаира Гаджибекова и первая женщина-исполнительница мугамов азербайджанского песенного искусства, сочетающего классическую поэзию и музыкальную импровизацию. Наверное, это обстоятельство и определило жизненный выбор Вагифа, выросшего в мире национальных мелодий и поэзии. После окончания музыкального училища молодой пианист был принят в Азербайджанскую государственную консерваторию. Однако учебу он через год бросил. Причина – творческий бунт. Студент Мустафа Заде хотел играть джаз, и ему претили академические рамки. Все, кто его знал, говорят, что он обладал феноменальной фотографической памятью. Он мог прочитать с листа и сразу сыграть едва ли не любое произведение. На сложнейшие вещи, которые Вагиф разучивал в консерватории, ему требовалось несколько дней. Как-то ему надо было сдать Бетховена. В консерватории у студентов на это уходит 2-3 месяца. Он попросил его запереть и подготовил все за несколько дней. Кроме того, он мог сходу транспонировать любую композицию в любую тональность, умение которым он иногда дразнил своих преподавателей. В детстве, еще в музыкальной школе, он поразил своего педагога, словно случайно сыграв до диез минорный прелюд Рахманинова в до миноре, трюк, на подготовку которого у любого другого школьника ушло бы немало времени. Для Вагифа же это было естественным, не стоящим вниманием умением, вроде способности двигать ушами или произносить слова задом наперед. К тому времени в Баку его уже знали по выступлениям в кинотеатрах и ресторанах. Только здесь можно было играть джаз, фактически запрещенный на официальных площадках в 50-е. Это позднее Баку станет столицей советского джаза, а пока из этого запрета было неимоверно трудно доставать пластинки с записями великих джазистов. Юный музыкант учился у знаменитых исполнителей, подслушивая запретные мелодии по такому же запретному BBC или во время просмотров трофейного кино. Он начинает работать в 18 лет, сначала пианистом в оркестре народных инструментов, затем в Азербайджанском радиокомитете. Однако почти сразу после поступления в консерваторию он уезжает в Тбилиси, где ему предлагают место музыкального руководителя только что образованного ансамбля «Орера», что предполагает определенную свободу творчества и отличных музыкантов. В «Орера» участвуют молодые Нани Бригвадзе и Вахтанг Кикабидзе. Песенное творчество ансамбля представляло собой синтез исконно народной мелодии и современной музыки. Орера были пионерами этого стиля в СССР. Садигави, садигави маши.
Поэтому в 66 и в 67 годах Вагиф Мустафазаде представляет Грузию на джазовых фестивалях в Таллине и оба раза получает гран-при. Таллинский фестиваль был международным. В нем участвовали признанные мастера, такие как Кейт Джаред, но Мустафазаде затмил очень многих. Приехавший из Штатов Уиллис Коновер, влиятельный джазовый критик и комментатор «Голоса Америки», после выступления произнесет фразу, без которой теперь не обходится ни один текст о Мустафазаде. «Это пианист экстра-класса, которому трудно найти равных в мировом джазе. Это самый лиричный пианист, которого я слышал». Лишь став лауреатом джаз-фестивалей и записав с трио «Кавказ» собственную пластинку, Мустафазаде возвращается в Баку по приглашению композитора Рауфа Гаджиева, услышавшего игру Вагифа в Тбилиси. Но он еще долгое время будет считаться здесь открытием. Бакинцев изумит тот факт, что первую премию на фестивале «Джаз-69» получит их земляк, про которого они почти ничего не знают. «Это исключительный случай», напишет в 71 году газета «Советский Баку». Коллектив, о котором с уважением отзываются от Таллина до Новосибирска, мало известен в своем родном городе. На фестивале 29-летний пианист сыграл свою композицию 76, названную так из-за количества тактов. На фестивале Вагиф вдруг спонтанно перешел в мугам Баяты-Шираз. Это был исторический момент. Так сработал мозг музыканта, что в подсознании получилось слияние джаза и мугама. Никто не ожидал, в том числе сам Вагиф, что играя джаз, он вдруг перейдет в мугам. Естественно, зал взорвался аплодисментами, и сам музыкант понял, что он сделал открытие. Но после горячего приема публикой с Мустафой Заде произошел первый сердечный приступ. Домой к нему вызвали скорую. Музыкант был очень работоспособным и при этом всегда эмоционально пропускал через себя происходящее, что сказывалось на здоровье. А если вам нравится ролик, не забудьте подписаться и поставить лайк. Если хотите послушать музыку, заходите в мою группу ВКонтакте. Там я собираю все треки из роликов. А в своем телеграм-канале я делюсь впечатлениями при их создании. Все ролики я делаю самостоятельно в свободное время после работы на чистом энтузиазме. Поэтому, если вы считаете, что мой труд достоин поддержки, помочь мне вы можете через сервис Boosty. Также веду страницу на Яндекс.Дзене. Если пользуетесь им, буду рад видеть вас и там. Все ссылки оставил в описании под видео. На родине Вагиф Мустафазаде организовывает сперва девичий ансамбль «Лейли», а потом «Сивиль», призванные вдохнуть новую жизнь в азербайджанский фольклор. И если опыт с «Лейли» был коротким и скорее неудачным, сложная структура народных песен не очень хорошо сочеталась с джазом, то «Сивиль» была уготовлена счастливая судьба. 7 лет плотной работы, гастроли, постоянные выступления. Джаза в «Сивиль» было немного. Это был синтез фольклора и эстрады, что дало повод многим джазменам считать, что в «Сивиль» Вагиф пошел ради денег и официального статуса. Все же это был ансамбль при Гостелерадио, официальный республиканский ВИА. Но сами участницы «Сивиль» с таким мнением категорически не согласны. Мало кто занимался бы нелюбимым делом с такой отдачей и так напряженно. Репетиции проходили 5 дней в неделю на протяжении многих лет.
И уж точно это не похоже на Вагифа, который был определенно человеком гордым. Тем более, что должность худрука Севиль, подразумевающая появление на ТВ и официальных концертах, обязывала его выслушивать малоприятные высказывания чиновников, возмущенных его внешним видом. Мустафа Заде с детства был модником. У него в юности даже прозвище было «американец». Он очень ярко празднично одевался. Современники вспоминают рубашку, подаренную ему каким-то иностранцем, обтягивающую цветную в стиле диско, в которой он сфотографировался для афиши «Севиль», вызвав мини-скандал. Особенно чиновников раздражали фирменные усы Вагифа. Доходило даже до того, что начальство ему прямо говорило: «Или сбрей усы, или выступать больше не будешь». Сейчас все это кажется диким. В конце концов, точно такие же усы в то же самое время носили песняры, и не только они. Но в Баку к этому относились по-другому. Все было строго. Участницам «Севиль» даже однажды запретили концертные костюмы из-за крохотного разреза на спине. И все-таки джаз оставался для Мустафа Заде главным делом. В 1976 году фирма «Грамзаписи Мелодия» выпустила его пластинку, ставшую первым в советской истории диском, состоявшим из джазового клавишного соло без ансамбля. Всего же в СССР было записано и издано около 4 часов сыгранной азербайджанским композитором музыки. В 1977 году он неожиданно распускает «Севиль», чтобы сконцентрироваться на сольной работе. Его стало очень утомлять текучка в коллективе. Молодые девушки быстро выходили замуж, а найти замену было очень сложно. А главное, отчего-то он стал очень торопиться. Он на этом совершенно не акцентировал внимания, но пару раз все-таки произнес: «Мне кажется, я уйду молодым». Он не верил в то, что доживет до старости, и однажды сказал это родным прямым текстом. В том же году он становится лауреатом джазового фестиваля в Донецке, а участие в фестивале «Тбилиси-78» приносит ему звание лучшего пианиста, а его дочке, 8-летней дебютантке конкурса «Азизе», звание лауреата. Напряженность его работы можно оценить только постфактум. 2 года с момента распада «Севиль» Вагиф практически не отходил от рояля. Ему можно было рояль в лесу поставить, и он ни снега, ни дождя не почувствовал бы, говорит его жена. Он много записывался, и его охотно издавали. К концу жизни он выпустил 9 пластинок, больше, чем любой советский джазмен. Часто просыпался ночью, чтобы проиграть пришедший в голову отрывок. И чем дальше, тем больше это начинало походить на гонку, откровенно угрожающую здоровью. Первый сердечный приступ Мустафа Заде пережил после выступления на фестивале «Джаз-69». И с тех пор волокордин и нитроглицерин стали постоянными спутниками его выступлений и репетиций. Все больше и больше времени Вагиф уделял найденному им стилю, который назвал «джаз-мугам». Собранный после «Севиль» инструментальный ансамбль он так и назвал «мугам». Последние 2 года жизни были, возможно, самыми плодотворными и удачными в жизни Мустафа Заде. Он получает новую квартиру. Раньше приходилось и жить, и репетировать в маленькой коммунальной комнатке, которую он делил с мамой, женой и дочкой. Мелодия выпускает его двойной альбом и пластинку с обработками тем Тофика Кулиева. Мустафа Заде блистательно выступает на фестивале «Тбилиси-78», а приехавший в СССР на гастроли Би Би Кинг, послушав игру Вагифа, говорит:
Я хотел бы играть нашу музыку так, как играете ее вы». А в 2004 году он вспоминал: «Мне особенно нравится ваша страна. В 79 году я объездил ее от Балтики до Грузии, и всюду люди были необыкновенно добры ко мне. Я ожидал встретить здесь великолепных исполнителей классики, но я совершенно не ожидал, что встречу великолепных джазовых музыкантов. Они играли блюз не хуже меня, а некоторые даже лучше. Я вам скажу, что некоторые были настолько хороши, что я готов был взять их в свой ансамбль, если бы мне только позволили». В 79-м Вагиф посылает свою композицию в ожидании Азизы на престижный международный джазовый конкурс в Монако, и она получает гран-при. Но сам музыкант этого уже не узнает. Декабря 79 года они были в концертном салоне в Ташкенте. Самочувствие Вагифа Мустафа Заде ухудшилось еще до начала концерта. Он жаловался супруге на боли в ушах, но они не знали, что это признак повторного инфаркта. Ничего опасного не увидел и местный врач, к которому обратились. «Может, сделаем укол камфоры?» – предложил доктор. Но в конец, измученный за долгие годы болезнью, уставший от бесчисленных осмотров и лекарств, Вагиф резко отказался и вышел вечером на сцену, словно на зло боли и смерти. По его просьбе на концертах супруга всегда находилась напротив рояля, чтобы Вагиф мог видеть ее. Эльза Ханым видела, что муж изможден. Но Вагиф настоял на своем. Вышел на сцену, сел за рояль, и звуки чарующей музыки заполонили зал. Он играл одно из самых любимых произведений – «Человек, которого я люблю» Гершвина. Закончив исполнение, великий мастер тяжелыми шагами покинул сцену. Побежав за ним, Эльза Ханым тревожно сказала: «Дайте занавес!» Вагиф еле держался на ногах. Его состояние ухудшалось с каждой минутой. Его повезли в больницу, даже не став дожидаться скорой. Врачи успокаивали его близких: «Кажется, инфаркта нет». Вагифа перевезли в гостиницу. Он снова упрямился, отказываясь принимать лекарства. И в 7 часов утра мир потерял великого музыканта. Ему было 39 лет. После его смерти Уиллис Коновер, ведущий англоязычной передачи «Время джаза» на радио «Голос Америки», полностью посвятил ему свою часовую передачу. Вскоре на родине композитора задумались о создании музея. Он открылся в 89 году в квартире, где жил Мустафа Заде в старом Баку. По стопам Вагифа пошли обе его дочери. Младшая Азиза стала джазовым композитором, она живет в Германии. Старшая Лава раньше преподавала в Парижской консерватории, а сейчас поет в Гранд-Опера. Музыканты, конечно, всегда понимали, с кем им довелось играть. В целом все согласны со словами сценариста Рустама Ибрагимбекова: «Вагиф создал азербайджанский джаз». При этом нельзя сказать, что творчество Мустафа Заде изучено вдоль и поперек. Есть короткометражка того же Ибрагимбекова 89 года «Ритмы горящих сердец». И небольшая, размером с ладонь, книжечка Рауфа Фархадова, вышедшая в 86 году в серии «Композиторы Азербайджана».
несколько разрозненных статей, пара интервью и все. Он помнил все свои произведения. У него была слишком хорошая память. Не было смысла записывать все на бумагу. На это никогда не хватало времени. После его смерти Джаз Мугам стали практиковать все больше музыкантов, но сравнить себя с Вагифом не рискуют даже самые самолюбивые. Его редкий дар остался непревзойденным и в сущности малоизученным, потому что не менее 300 его сочинений так и не были записаны ни на пленку, ни на бумагу. Они остались только в его голове. И как они звучали, теперь уже никто не узнает. Вагифа часто называли советским Биллом Эвансом. И лиричный вкрадчивый стиль его исполнения действительно допускает такое сравнение. Но Джаз Мугам сравнить не с чем. Такого никто больше не делал.